Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы до прилавков Ростова без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А, которые так необходимы организму после зимы. Жители и гости Сочи смогут попробовать и совершенно эксклюзивные продукты – царицу лососевых, редкую чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Продегустировать и приобрести лакомство можно на выставке «Экспофуд Весна» с 14 по 16 апреля в выставочно-презентационном комплексе по адресу Морпорт, улица Несебрская, 1Б.